6 августа 2021 года в Италии введен грин-пасс. Желающие пойти в спортзалы, театры, музеи, бары, рестораны теперь должны иметь при себе грин-пасс – электронный документ с QR-кодом, подтверждающим, что вы вакцинированы или переболели ковидом. Если вы не болели и не хотите ставить вакцину, то в вышеперечисленные заведения можно зайти с отрицательным результатом теста на ковид. Этот закон будет действовать до 31 августа. Затем с 1 сентября он будет дополнен. Грин-пасс будет необходим и в поездах дальнего следования, и на морских пассажирских судах. Но в первый день введения грин-пасса в Риме был хаос. У Колизея выросла километровая очередь. Таких очередей я давно не видела в Риме. Люди под палящим солнцем, а сейчас в Риме плюс 35, стояли в очереди, чтобы попасть в Колизей. Проверка билета, измерение температуры и проверка грин-пасса привели к образованию огромной очереди. Ну а я пойду проверю свой грин-пасс в капиталистские музеи. Мне на часок надо забежать туда. Я кое-что хочу снять там для долгожданного вами видео о вилле Адриано. А потом побегу на Авентин. Там при строительстве жилого дома были обнаружены остатки дома времен Римской империи. Дом уже заселен, а в подвале сделали музей, в который очень сложно попасть. Но мне повезло, я купила билет. Скоро и вы все узнаете и увидите об этом месте. В воскресенье отмечу день рождения, мой 10-й день рождения в Италии. Ресторан, гости и, конечно, торт со свечками. И в понедельник с новыми силами сяду монтировать видео. Люблю вас всех и до новых видео, друзья! Una pista di piombo col nome scritto proprietario. Questa è la casa di Livia. Certo.